Понятно. Поэтому Тим, я очень рад сегодня быть сегодня с вами. Ну, это российский футбол, конечно. А вы можете вчера поговорить ей все, вот то, что вас боится, вы можете сидеть. Ну, руки помню. Спасибо. Вот мы сейчас вместе, какие послания на заседании в Тимчинске. Мы удивились сегодня, чтобы эта акция продолжалась, чтобы было как можно больше участников. Была сегодня настоящая спортивная борьба.